Пан Ги Мун признал факт предвзятости ООН в отношении Израиля. В пятницу вечером генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил с прощальной речью на последнем для него заседании Совета Безопасности Всемирной Организации. Последние 10 лет я неоднократно говорил, что структурам ООН нельзя допускать предвзятость в отношении Израиля. Десятки лет политического маневрирования создали непропорционально большое число резолюций, докладов и конференций, осуждающих Израиль. Во многих случаях, вместо того, чтобы содействовать решению палестинской проблемы, подобная реальность выполняла контрпродуктивную роль, лишая ООН способности эффективно выполнять свои функции, признал генсек ООН. Пан Ги Мун в очередной раз подчеркнул, что право евреев на свое национальное государство не должно умалять аналогичного права палестинцев. Он вновь указал на необходимость прекратить насилие и расширение еврейских поселений и призвал руководство Израиля и палестинской автономии вернуться за стол переговоров. Пан Ги Мун констатировал, что среди обоих народов растут радикальные настроения, поскольку их лидеры, вместо того, чтобы общаться друг с другом, все больше обращаются к собственным общинам. Он назвал также неприемлемым тот факт, что Хамас до сих пор придерживается антисемитской стратегии, провозглашающей своей целью уничтожение Израиля. Хамас должен раз и навсегда отказаться от применения насилия и признать право Израиля на существование наряду с палестинским государством, сказал генеральный секретарь ООН.